ставим камеру в 3D по 3D виду. Например, мы ходим просто вот так, перемещаемся в 3D окне и настраиваем вот именно так вид. Но этот вид может легко слететь. Мы там что-нибудь сделали, он изменился. Поэтому как можно поступить? Я создам камеру просто где-то на плане. Вот эту удалю. Инструмент камера. И неважно, где создаю камеру. Потом открываю 3D окно. А мне надо щелкнуть, чтобы вот это все куда-то открылось. В навигаторе справа 3D окна я вижу, у меня появилась новая траектория. Раскрываю новую траекторию. Вот она моя камера, которую только что нарисовал где-то, где попало. Щелкаю правой кнопкой мыши по камере. Выбираю изменить эту камеру согласно текущего вида. Нажимаю. Тут ничего не происходит, естественно. Но вижу на плане, что у нас камера перелетает отсюда в то место, откуда мы смотрим в 3D окне. Теперь 3D вид не потеряется. Смотрите, я сейчас его изменяю. Просто мышкой перемещаю. Как его вернуть? Либо здесь, щелкаю по камере дважды и возвращается. Либо, как вариант, на плане выделяю эту камеру, жму F5 и вид вернулся. Но при виде с камеры могут слои слететь. Вот какие-то слои у нас были открыты, какие-то закрыты. И слои при перемещении между разными видами могут слететь. Поэтому мне сейчас придется восстанавливать нужные слои, потому что у нас комбинация слоев не была запомнена вот здесь. Поэтому все могло легко потеряться. Сейчас я восстановлю. Ну, просто возьму и покажу все, не буду париться. И запомню это в комбинацию слоев. Визуализация. Теперь, уже существует виза. Теперь все открытые и закрытые слои у нас уже не потеряются. У нас вот эта комбинация, она запоминает, что открыто, что закрыто. И она работает и в 3D, и на плане, где угодно. Но нам она нужна только в 3D, естественно, комбинация слоев.